Послание к римлянам святого апостола Павла. Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имею такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Матфея святое благовествование. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра, и матерь. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять». И че же ему глаголющих народом, все мати его и братья его стояку вне, ищущих глаголучи ему. Рече же некий ему: «Все мати твоя и братья твоя вне, стоят хотящие глаголучи тебе». Он же отвечав, рече ко глаголющему ему: «Кто есть мати моя и кто есть братья моя?» И простер руку свою на ученики своя, рече: «Все мати моя и братья моя, иже баще сотворит волю Отца моего, иже есть на небесех, той брат мой и сестра, и мать ими есть». В день же той ишет Иисус из дому, сидящий при море, и собравшися к нему народе мнози, якуж ему в корабль влезти и сесть, и весь народ на брезе стояше, и глаголы им притчами много глаголя. «Се изыди сей да сеет».
она.
Если он... помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя, все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою, во дни солнца не ожжет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Святаго Духа.